Дорога в небо услана камнями, и золотой в обмен на терновый венец. И с высоты горы Преображения был виден страшный и позорный крест. Дорога в небо услана камнями, казнить устали руки палачей. Но ни одна слеза для Бога не есть тайна, что капала из глаз его детей. Что капала из глаз его детей. По Библии и Божьим изречениям святых людей не будут прославлять. Им приготовлен на земле венец мучений. Их будут изгонять и предавать. Дорога в небо услана камнями, казнить устали руки палачей. Но ни одна слеза для Бога не есть тайна, что капала из глаз его детей. Что капала из глаз его детей. И для того, чтоб в царстве Бога быть великим, не обязательно быть первым на земле, а лишь смирить себя до уровня дитяти и быть слугою всем всегда везде. Дорога в небо услана камнями, казнить устали руки палачи. Но ни одна слеза для Бога не есть тайна, что капала из глаз его детей. Что капала из глаз его детей. Дорога в небо услана камнями, казнить устали руки палачи. Но ни одна слеза для Бога не есть тайна, что капала из глаз его детей. Что капала из глаз его детей. Дорога в небо услана камнями. Thank you.